В минувший вторник Бердский городской суд вынес приговор по делу о смерти рабочего от удара током. Трагедия произошла еще в мае 2019 года. Спустя 3 года виновнику гибели рабочего огласили приговор. Ответственность за соблюдение мер безопасности на стройке получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В материалах дела говорится, что погибший работал электромонтажником по силовым сетям и оборудованию. Он проводил плановые ремонтные работы на распределительном устройстве теплового пункта. Его допустили к использованию своих обязанностей с нарушениями. Объект, который погибший обслуживал, не был в полном объеме обесточен до начала производства работ. В результате электромонтажник получил серьезные повреждения и скончался от поражения электрическим током. Как пояснили в суде, фигурант уголовного дела признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев, условно, с испытательным сроком 2 года.